кто-то что-то кого-то жрет. Ну, это обычный день в России. Что я могу поделать с этим? Что, плакать, что ли, теперь? Всем хай, с вами Юджин. И сегодня, друзья, я проснулся от того, что у меня сильно болит горло, ибо я спал под чертовски холодным кондеем и чувствую, как мне трудно сейчас. Я подумал, что лучшая игра для того, чтобы позаботиться о состоянии моих голосовых связок, это игра From the Darkness. Эта игра уже давно как на рынке, но я что-то обратил внимание только сейчас на нее и подумал, что это прикольно, учитывая то, что я сейчас живу в Дубае уже почти что полгода, мне хочется немножечко окунуться снова в Россию, в российские реалии. А именно об этом эта игра. О наших родненьких падиках, в которых я рос, в которых вы росли, друзья. Ах, как это все знакомо, я даже чувствую, знаете, я словно щекой прикасаюсь к этим стенам. Не то чтобы щекой, нет, я так не делал, но спиной прикасаюсь к этим стенам, потому что стою и болтаю с друзьями. И я чувствую своей задницей холод этих ступенек бетонных. Как сейчас прям помню, как я отмораживал жопу, сидя на них. Нам нужно попасть в квартиру 64. Вот, смотрите, тут даже что-то есть в почтовом ящике. Я не могу это ничего взять. Это единственная квартира, в которой, видимо, никого нету, потому что письма не забирают. Помогите найти человека. Ушел из дома и не вернулся. Приметы. Рост 173 сантиметра, короткие темные волосы, глаза карие. Это что, про меня? Я не понимаю. Так, ну лифт, конечно же, не работает. Это все привычно, друзья. Бежать могу? Немножечко, да, могу ускориться. А шатаемся мы так, потому что в дерьмину, естественно. Я слышу что-то. Слышите? Там лифт застрял, что-то между дверьми лифта лежит и не дает ему закрыться. Кто посмел лифт задержать? Я помню, так бесился раньше, когда в школу собирался, а я на 9-м этаже жил, самый последний этаж в моем доме, и какая-то гадина держала просто лифт. То ли шкаф выгружала, то ли диван, не помню что, просто держал лифт очень-очень долго, из-за чего я не мог спуститься. Пришлось по лестнице идти. Обидно было. Так, 4-й этаж. А это 9-этажка, интересно? Будет забавно. Просто у меня чисто такой же подъезд был. Ну, почти такой же, ладно, не совсем. У меня лифтовая шахта была вот здесь, а не вот здесь. И, кстати говоря, я прям помню. Я очень хорошо помню мелодию лифта. Ставь лайк, если тоже помнишь мелодию своего лифта, когда он опускался или поднимался. Чтобы вы понимали, речь идет не о музыке, которая в лифте играла. Побойтесь бога, какая музыка в лифте. Нет, речь идет о стуке вот этих вот колесиков, по которым, благодаря которым лифт спускается по шахте. О стыке вот этих рельс шахтовых. И получалась какая-то мелодия из-за вот этих вот стуков. Я всю игру, видимо, буду болтать о том, как мне жилось весело в падиках русских. Вот, вот. Вот, сейчас мы узнаем, в чем проблема. Между этажей застрял. Ну, конечно. То же самое было. Господи, я как будто в прошлое окунулся, реально. Ну, что мне теперь сделать надо? Нажать что-то, видимо. Или идти выше. Тупой лифт. Как всегда. Так, 60... Что? Ах, пахнуло от этого дыхания зловонного. Зловещего. 64, погодите, мы же здесь. А, да, все, все правильно. Да, 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 мы здесь. Итак, уважаемые соседи, если вы не перестанете шуметь по ночам, мы будем обращаться в полицию. Я открыл? Да. Дверь открыта. Окей. Эта квартира давно заброшена. А почему я здесь нахожусь тогда? Нет электричества. А, куда ж мне идти? У меня ни фонарика, ничего нету. Ладно, давайте просто пройдем куда-нибудь. Но я не понимаю, куда мне... А, стоп, электричество. Мы можем щиток открыть. А, вот. Все, сейчас включим. Рубильник. Ап, ап, все? Задача забрать семейный альбом и уйти. Закрываем дверь. Блин, это прям планировка моей квартиры старой, в которой я родился и жил очень долго. Здесь кухня, вот здесь справа зал, где родители были. А, налево, да, спальня, в которой мы с братом жили. У нас здесь, сейчас, погодите, погодите. Это прям рум-тур какой-то по моей старой хате.
Вот здесь стояла кровать двухэтажная. Лёх спал наверху, я спал внизу. И здесь, ну, короче, там балкон, вот в ту сторону. Это ванная, да? Здесь ванная тоже это? Сейчас, погодите, давайте включим свет. Да, блин. Да, здесь ванная. Только у меня ванная стояла вот вдоль этой стены. Здесь была раковина. Это срально. Ой. Не видно ничего здесь. Я не успел посмотреть. О, это я. Видимо. Забрать семейный альбом. Я домой. В жопу семейный альбом. Что это? Что это? А, это выключатели света. Блин. Ладно, давайте на кухню посмотрим, что есть. Омерзительно, ребят. Просто омерзительно. Что это? О, там, естественно, дует за окном вьюга. И сгущеночка. Ах, столько воспоминаний. Давайте пойдем вот сюда. Где-то здесь нужно включить свет каким-то... Кто? Чего? А, вот. От! Ну, какая-то маленькая комната. Она была больше у меня, по крайней мере. Намного больше. Где-то здесь семейный альбом есть. Товарищ Сталин стоит. Его величавый бюст. Телевизор не работает. Ай, почему пульт не в пленке? Знаете, когда покупали раньше телеки, то пульты всегда держали в пленке, чтобы не замарать. Ну, ковер это, конечно же, да. Понятное дело. Здесь нигде нету альбома. Почему? Ой. Я подумал, это человек стоит. Судя по всему, нам... Ой, блин. Что так страшно? Дверь открылась. Она была закрыта. Слишком темно. Стоп. Нет. Нет, откройся. Я не могу пройти, слишком темно. А, меня что-то плющит. Не хватает детали. Какой? О, гитара еще настроена. Смотрите, это ключ. От чего он? Слышите? Ну что-то, блин, стоит. Я не пойду сюда. Так непринужденно стоит. Это очень пугает, если честно. Я не знаю, чего от него ждать. А... Я не понимаю, куда мне применить этот ключ. О! Я открыл, конечно же, гардеробную. Так, свет включ... Ой, я выключил свет на кухне. Что здесь? Есть! Смотрите, кровь. Закрыто, нужно будет найти еще один ключ. Так, закройте быстро. Сволочь. Так мне получается, нужно прям к тебе. Давайте закроем дверь. Извините, пожалуйста. А зачем дверной глазок на межкомнатной двери? Непонятно. Ты все еще тут? Блин, ну тут. Я иду к тебе, короче. А, погодите. Нет. А, вот здесь надо было применить. Есть. Вы охренели, что ли? Вы офиг... О, смотрите, какой я стал взрослый. Какой я... Что? Что происходит? Ты, блин, сраная кукла. Ладно, альбомы все здесь. Что? Уходи. Тут просто тараканы тусят. Причем очень большие тараканы. Уходи. И все? Ну, ладно, я пойду.
Блин. Он стоит там! Я не могу выйти. Может быть, к соседям постучаться? Что происходит? Телек? Не надо. Не надо. Окно выбил кто-то. Какой-то соседский мальчик мечом. Или рогаткой. А что показывают? О, нет. Что-то лежит прямо вот здесь. Эта тварь все ближе подходит к выходу. Нет. Итак, задача выбраться. Вы чё? Выходим. Нет! Хана мне! О, боже мой. Двери замурованы, все. Я знаю, что в подсобке еще есть шкаф, который можно открыть. А ключ может быть только вот тут, в этой комнате, потому что именно в ней мы еще не были. Кто? Да вы бесите! Что? Опять. Слушайте, это очень крутая игра, мне очень нравится. Какая дичь! Вы можете бегать на shift. Куда бежать-то? Куда бежать в такой маленькой квартирке? Куда бежать? Так, дверь закрыть. Не хочу сюрпризов. Что там? Кто-то что-то кого-то жрет. И меня вынуждают смотреть на это, но я уже и не хочу, как бы. Сэр! Нет, Свет, не покидай меня, Свет. Кто это делает? А? Блин, ну ты мразь, конечно. Какое стрёмное создание. Оно смотрит на меня, оказывается. Смотрите на лицо чувака, у него такой невозмутимый взгляд. Ну, это обычный день в России, что я могу поделать с этим? Что, плакать, что ли, теперь? Нет, все в порядке, пойду дальше тусить. Радио. Ты включил радио, да? Блин! Да что происходит? Ой! Ай! Ай! Где я?
Почему только один выключатель теперь? А! Нет. Черт. Надо включить свет. Может быть, здесь открыто теперь? Закрыто теперь. Всегда было закрыто. Пожалуйста. Что? О! Что? Пицца? Это человеческие уши, глаза. Мне что с этим делать? А, вот. Нашел побрякушки какие-то. А что это? Что? Смело. Кто здесь? Закрыто все еще. А! Теперь нужно идти сюда. Блин. Сюда, что ли? Что мне надо сделать? Ага, замок, вот. Сюда нужно это поставить. Но теперь это надо каким-то образом открыть. А как я... Где-то нужно получить пароль. Идем. Вы можете прятаться под кроватью. О, смотрите. Во-первых, мы нашли символ один. Наконец-таки. И понимаю, здесь кто-то есть? Тут меня реально кто-то может убить? Кто такой? Кто такой? Это я! Это я, но чумазенький немножко. Смотрите! Еще один символ. А! И еще один. Я ж забуду их нахрен все. Но... Ага, все, понятно. А там дальше методом тыков, да, подберу? Так как понять, какой из них первый? А, он зеленый. Типа вот так. Красный треугольник. Есть. В отражении был синий. Вот синий. А желтый теперь наобум. Есть. Так, что это? Нагрудный фонарь. Опа. Опа. Это плохо. Все. Шутки кончились, блин. А! А! Ты, блин... Комната была пустой. Кто-то здесь повесился? А, нет. F или сабля? Что это? Ой, нет. Слышишь? Конечно, блин! Понял, это F и правда. Я похоронил его в бетоне. Ты не слышишь? А! Теперь я слышу звуки из тьмы. Слышишь? Голос. В
полной темноте голос. Иди на голос в полной темноте. Как это круто. Иду. Что? Не знаю, что это. В этой комнате воняет мертвечиной. Что это? Я что-то вижу. Походу, мне придется включить свет сейчас. Вы готовы? Что это? Палец, глаз, зубы равно ключ. Где я, мать моя? Где я, мать моя? Стоп! Здесь есть кровать, под которой можно спрятаться. Под нее нельзя спрятаться, потому что это диван-кровать. Папа. Он не любит свет. Так. Что-нибудь еще здесь есть? Я нашел только палец. Но мне бы еще глаз найти и зубы. О, блин, что? Что-то капнуло. Что-то капнуло. А, нет. О, закрыто. Нужен ключ, понятно. Стоп! Труп же сидел в сортире. Труп, у тебя есть глаз? Где я видел? Зубы здесь можно взять. Погодите, еще раз. Где-то я видел это. А где? Я не помню, где я видел это. Или мне внушают, что я это видел, и правда. Напряжение растет. Извини. Все? А, что-то темно стало. Окей. С ним все. Что происходит? Я почему картина там оказалась, не знаю. Так, еще рано. Еще не хватает глаза. Картина исчезла. Тут она появилась опять. И здесь ее нету. О, чё здесь так гудит все? Где я? О, боже мой. Я пропал. Я не вижу ничего. Это стена. Идем вдоль стены. Окей. О, здесь не выйти. Разве что ключ найти здесь. Я знаю, от чего этот ключ. Вот от чего. Нет! Ни хрена! Он отсюда, наконец-таки! Опа-опа, там что-то стрёмное. Что? Где? Кто?
Он там, наверху! А! Точно! Глаз! Извини, пожалуйста. Он здесь в отражении сидит. Он не должен быть здесь. О, блин. Чё за нафиг? Чё так пугаете меня? А, нет, там кто-то топором, кто-то убит. А, блин, рубашка. Всё. Гоу, 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 гоу. А! Это ключ? Я такого ключа в жизни никогда не видел. Оп. И мы получили... Он сильнее в темноте. Когда ты осветишь все комнаты, он станет слабее, и ты сможешь выбраться. Это ключ от ящика под потолком. Мне нужно будет от него убегать реально, или нет? Так, что это? Свечи? Свечки. Нечем поджечь свечи. Вот это я соснул. Поджечь-то реально нечем. О, нет. О, нет. Что за музыка такая? Почему все так динамично стало внезапно? Почему так нагнетать начало? Почему? Пойду к соседям зайду за зажигалочкой. Что? Что? Блин! Мой детский страх только что воплотили. Я в детстве переживал, что а вдруг, если лифт сделают такой, что он не будет открывать двери, если тебя прищемит, а будет продолжать закрываться. Окей. Что? Вот это я не ожидал, что мы в итоге куда-то еще пойдем. Вы опять здесь. Ты кто, блин? Ты кто? Чисто! Чисто мой сосед! Даже по лицу! Женя, привет. Я пришел, чтобы поздравить тебя с Новым годом. Дай поцелую. Идем дальше. Так, тебе надо слушать. Попробуй еще раз. Окей. Погодите, надо слушать. И что? Тебе надо слушать. Оу. Блин, тогда может быть... Может быть вниз надо пойти? О, что это? Какой-то глаз, который смотрит на меня. Это куча глаз, которые смотрят на меня. Ладно, идем вот сюда. Попробуй еще разок. Надо слушать. Попробуй тогда зайти в дверь, которую глаза пытаются прикрыть собой. И здесь мы получим... Опа. Опа. Что-то новенькое. Привет, рука.
Окей, видимо, это правильный путь. Только это я не ориентировался на слух, а скорее на зрение. Да, блин, стой. А! И мы заново начали. Мы снова здесь, где рука. Не нужно идти в эту дверь. Сюда тоже не нужно идти. И, в принципе, больше никуда нельзя пройти. Тогда давайте, что ли... Этаж 3. Давайте, что ли, вот сюда пойдем. О, нет. Ну, в смысле, да. Кто-то там ходит позади меня. Если за дверью слышны звуки, лучше туда не ходить. А-а-а. Там слышны. Стоп. Куда она? Сюда. Мамочка. Слушаем. Это просто двери. Они откуда? Они никуда не открываются. Здесь тихо. А эта дверь? Вот! Через лифт! Через лифт, оказывается. Так сразу и не поймешь. Окей, что новенькое у нас? Хорошо, за эту дверь нельзя идти. И сюда не нужно идти. Мой фонарь не работает. Все, жопа. Мы на улице. Я не могу бежать сюда. Это не конец. Это, блин, не конец еще. Я думал, что все закончилось. А это еще не конец. Погодите, погодите. Там же задание было какое? Свечки зажечь. У него зажигалка в руках. Ты не против? Зажечь. Ага. Я не буду даже смотреть. Я даже, блин, смотреть не буду. Куда идем? Наверх? Слышать. А, теперь я буду в какой-то темноте, получается, открывать двери.
Хорошо, получается, снова заходим в те двери, которые без шума. Блин, а может мне нужно просто к нему зайти? Здрасте. Да, мне нужно с ним в лифте проехаться. Че, как поживаешь? Черт, 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 черт. Это как в детстве. Когда заходишь хрен знает с кем, особенно если он бухой, в лифт, и стоишь неловко, как себя чувствуешь. Сейчас, сейчас мы выходим, это мой этаж. Нет шума. О, погодите. Мы здесь? Свечки! Зажечь свет во всех комнатах. Итак, есть. Окей, хорошо. А здесь надо? Окей. А может еще и тут нужно где-нибудь зажечь? Дверь нафиг. Да. О, как хорошо светло стало. Идем, идем, идем. Нет! Я же старался! Получилось. Сейчас зажечь. Вот. Прям на диване. Ничего не случится с ним. Надеюсь. Игра, прикиньте, закончится тем, что просто пожар начался. Давай. Опять? Он пытается сопротивляться, я понял. Нет, я сказал, нет. Пойдемте в какую-нибудь комнату следующую, посмотрим что-нибудь. О, 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 что было? Охренеть, он стоит здесь. Давай, Евгений, наберись мужества и просто пройди мимо. Просто пройди мимо. Нет, 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 нет. Как закрыть дверь? Как свалить отсюда? Что мне делать? Люди! Окей. Продолжаем. Сейчас будет свет. Сейчас будет свет. Черт! Кто-то посмел задуть мою свечку? Ты посмел задуть? Задул. Я жив? Задул свечку. Тварь, паскуда. О, перенапрягся внутри, я что-то. Че, давайте. Еще разок. А, ты хорошо. Получается, стоп, у нас не хватает одной свечки. Мы вот в эту комнату, получается, ничего не сможем поставить. Так, давайте. Ой, блин. Да нет. Вот. Куда свечку-то? А, сюда.
есть. О, ну. Последнее осталось. Что? Как я так? Как я так? Куда я так бегу с такой скоростью? Что? Последнее. Хорошо. Ну давай. Давай. Что ты теперь сделаешь? Везде есть свечки, понимаешь? Везде свет есть. Жирный батя. Мне с тобой надо что, поболтать или как? Двери нет. А! Последняя свечка же осталась. Как я не увидел ее. Ну все. Хана тебе. Ад! Исчезло зло. Исчезла нечисть. Все. Искоренил, наконец-то. Ах, можно теперь идти домой. А, быстрее. Да, вот так, бежать. Бежать, виз! Почему-то музыка все еще неприятная. Стул! Третий этаж. Быстрей. Быстрей! А. Не сбежать от реалий. Не сбежать. Понимаешь? Вот, что пытается сказать нам эта игра. Слушайте. Ну вот. Я впечатлен. Это очень изобретательный хоррор. И сеттинг клевый. И все как реализовано очень здорово. И он короткий, не затянутый. Я прошелся как по комнате страха. Кайфанул. И мы закончили на этом. Мне такое нравится. Конечно, из этого можно сделать полноценный такой большой AAA проект, типа Outlast. Хотя Outlast, не знаю, считается ли AAA, но не суть. Ну, то есть, если какая-то там будет история доноситься. Но такая игра должна постоянно подбрасывать сюрпризы. Вот Outlast с этим хорошо справилась. Не знаю, как здесь можно такое дальше реализовывать, но это уже просто, на самом деле, дело вдохновения. Историю всегда можно придумать. В общем, я кайфанул, это было прекрасно. Надеюсь, вы тоже. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Они будут в описании под видео. И с вами был Юджин, друзья, и всем пять!